Здравствуйте. 3 июня 2021 года. Нахожусь на улице Ленина. Здесь работает художник Алексей Шишканов. Андрюшке я тебе привет передам. Угу. Малиновая вода, бывший кинотеатр «Победа». Алексей Шишканов, правильно? Так точно. Я ничего не вижу. Я посмотрю.
только начало работы. Вот это классно было. Пожалуйста, сфотографируем. Сфотографируем вас. Очень красиво. Оль, молодец. Какой размер? 1000 торг есть, и больше не отказываешь. Алексей Шишканов. Кто больше дает? Город Орел. Очень здорово. Кто дает больше? Кому интересно, фотографируйте, не стесняйтесь. Так, больше Шишканов. Кто больше дает? Походу, спасибо, кто? Класс. Вот такая замечательная живопись. Алексей Шишканов на улице Ленина работает. Художественный прием увидели, цену примерно тоже услышали. Информация о том, как можно с ним связаться, есть. Ну, короче, я снимал в том году тоже ролик. Он тоже рисовал картину. И там, в этом ролике, в общем, тоже есть какие-то данные, как этот вид называется живописи и как с ним связаться. Вот, можете найти этот ролик по запросу Дмитрий из Орла, Ленина,
Алексей Шишканов. Вот, спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал Дмитрия Зарла.